Всем привет, воскресенье утро, готовлю завтрак, видимо, рейтинг Путина вырос, пропагандисты напечатали, порадовали буквально вчера до 73, что ли, процентов, почти до 74, поразило другое, там есть такая фраза совершенно замечательная, положительная динамика в течение года была волнообразной. Слушайте, ну я далек от физики, да, но мне казалось всегда, что волна это как-то вот так, да, то есть сначала она идет на спад, на взлет, спад, то есть по-другому быть не может, положительная динамика в принципе не может быть волнообразной, но это не про наши пропагандистов. Для них не существует закона физики, здравого смысла, вообще какого-то представления о жизни, поэтому простим. Все, что касается наших властей, наших чиновников, там всегда прорывы, рывки и бла-бла-бла. Достаточно вспомнить какую-то Топилина или Орешкина, беспрецедентный рост зарплат. Помните вот эту вот историю? Я долго думал, что за беспрецедентное слово-то какое они нашли. Оказывается, да, там в паре тройки каких-то бюджетных учреждений окладную часть людям подняли рублей на 500, при этом премиальную снизили на те же 500, а то и на 700, там на 1000 и так далее. Вот вам, пожалуйста, беспрецедентный рост. На днях госпожа Скворцова, если кто не знает, это министр здравоохранения, выпала из какого-то гнезда и как брякнула, у нас, оказывается, увеличилась продолжительность жизни россиян в среднем на год. Об этом во вторник в реальной журналистике расскажу. О чем ты лопочешь, хочется спросить. У тебя больницы пачками закрываются, врачи полчищами увольняются. У тебя в здравоохранении творится такой бардак, такой беспредел, которого не было даже в самые сложные для страны времена. Тем не менее, ты рассказываешь сказки о каком-то там увеличении продолжительности жизни, ну да бог с ним. Вообще такое ощущение, что обокрали не только нас с вами, но и кремлевских политтехнологов. На них там пожалели денег, выдали им кубики, знаете, такие кубики с буквами бывают. Так вот, им выдали всего 4 кубика с буквами ЖОПЯ. И вот эти вот ребята из вот этих вот 4 кубиков постоянно пытаются складывать слово «прорыв», причем желательно с использованием там каких-то фраз, там «положительная динамика», «рост», «беспрецедентный», вот такие вот вещи еще используют, но они играют как умеют. Хотел бы сказать, давайте им простим, нет, не простим. Вот оно жалко, они ведь во все это верят. Ну вот как-то так, я пошел заниматься своими делами. Да, в 20:00 сегодня вечером стрим. Не ошибусь, если скажу, гость секс-символ нашего рунета Инна Сергеевна. Увидимся.